Министра обороны в преступлениях против собственных солдат. Лешко выложил спутниковую фотографию полевого крематория, в котором, по его данным, было тайно сожжено несколько тысяч тел погибших украинских бойцов. Порошенко и Гильотина нагло лгут, скрывая более 8 тысяч наших потерь в АТО. Эти ребята отдали свою жизнь за них, но никакой благодарности и уважения. Оказывается, что Порошенко сжигает наших героев, как собак в немецких крематориях. Ко мне попала фотография с разведывательного спутника, на которой четко можно увидеть полевой крематорий возле военного госпиталя в зоне АТО у Новоайдара. Как мне доложили, его нам передала Германия. Зачем? Что он делает в зоне АТО? Сколько наших ребят безвестными пошли на небо через эту немецкую трубу? Лешко наиболее последовательно отстаивает военный способ решения конфликта на востоке Украины. Он не скрывает, что считает подписанный в Минске протокол о прекращении огня капитуляцией. Политологи уверены, что на ближайших выборах Лешко и Порошенко будут основными соперниками. И лидер радикальной партии начал сливать прессе все самые неприглядные факты гражданской войны на Украине. Украинская армия продолжает испытывать на